Севастополе открылся Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики. В конце прошлого года там был проведен капитальный ремонт. Отремонтированное здание по улице Маршала Геловани, 24, посетил губернатор города Дмитрий Овсянников. В центре выполнен современный ремонт, закуплено все необходимое оборудование. По сути, мы создаем централизованную службу медицинской профилактики, которая будет работать с детьми, занимающимися спортом, проводить профосмотры. Планируется доукомплектование учреждения оборудованием, и в конце года после проектирования мы начнем ремонт дополнительного корпуса по адресу Фиолентовское шоссе 15, сказал глава Севастополя. Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики был создан путем реорганизации двух учреждений – Центра медицинской профилактики и врачебно-физкультурного диспансера в январе текущего года. Сейчас в учреждении осуществляется медицинское наблюдение за спортсменами высшей спортивной квалификации, учащимися спортивных школ, школ Олимпийского резерва, федерации и спортсменов, нуждающихся в реабилитации, а также проводятся плановые медицинские осмотры для желающих посещать спортивные школы. Под систематическим наблюдением в центре находится 127 спортсменов-инвалидов. Цитата. «У нас не просто поликлиника, а учреждение для людей, занимающихся физической культурой и спортом. Спектр достаточно большой. Открыты кабинеты лечебной физкультуры, массажа, УЗИ, медицинской профилактики, функциональной диагностики, физиотерапевтических процедур, лаборатории, а также кабинеты врачей, кардиолога, хирурга, травматолога-ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога и невролога», уточнила главный врач центра Елена Большакова.